В Доме детского творчества города Каспийска состоялся праздник «Мама, папа, я. Спортивная семья». С целью укрепления связи семья-детский сад, направленных на воспитание здорового образа жизни, развитие психофизических качеств учащихся и многое другое. Спонсором мероприятия выступила компания «Стройград». Участники 4 семьи – Сурхаевы, Расуловы, Вяльцевы и Джаватхановы – прошли следующие испытания. Визитные карточки, бег со скакалкой, попади в цель, генеральная уборка, непослушный мяч и многое другое. По результатам соревнований победителями стала семья Сурхаевых. В качестве приза они получили необычную фоторамку, а остальные участники – фотоальбомы.